Обожаю погулять по вот таким вот дворовым территориям. Очень прикольные места на самом деле. Особенно нравится, как люди ухаживают за преддомовыми огородами, можно так сказать. Когда-то, я помню, много-много лет назад, судя по всему, если я все правильно помню, то когда-то ходил вроде бы вот в этот вот детский садик, который здесь, либо этот, который, или который дальше, но, по-моему, вот этот детский садик был определенно. Потому что еще помню, на эту стояночку еще дедушка на Волге 21-й. Когда-то у нас была 21-я Волга у деда моего. И он как раз на эту стоянку подъезжал. Да, определенно это был мой сад. Детский сад моего детства. Что-то вот вспомнил, знаете, вот гулял-гулял. И вспомнил, что здесь когда-то ходил в этот садик. Хотя, честно говоря, волконавты сидят. Сад я особо ненавидел, особо не любил, потому что, ну, все время там вроде бы плакал или еще что-то происходило, хулиганил, трубы там забивал и так далее, тараканов гонял по детскому саду. Блин, смотрите, какие здесь места классные. Такая чисто парковая зона внутри дворов. Вот почему я люблю вот такие вот, я же говорю, старые дома, кроме частного сектора, потому что здесь вот внутри, и тут еще дальше, если идти, то тоже подобные двора. Постоянно везде вот такая вот парковая территория. И даже когда жарко, когда светит яркое солнце, можно в этих территориях парковых вполне таки укрыться, спрятаться и так далее. Сегодня купил, сейчас вот как раз ходил пешком, парочку шаверм или шаурмы, как правильно. Наверное, напишите в комментах, хотите ли обзор увидеть на шаурму. Если напишите, что хотите увидеть обзор, я для вас сделаю. Пишите в комментах, короче, смотрите, голуби гуляют. Гуль-гуль-гуль-гуль. Пожрать есть еще, нет? Вообще ничего не боятся. Короче, у нас голуби более ручные, чем коты. Вот если кот от тебя будет убегать, шугаться, то голубям пофиг. Только пожрать что-нибудь, да, и все. Единственное, конечно, минус этих мест. Очень часто можем встретиться различные асоциальные личности, которые любят подвыпить. То есть там пиво, вино, водочку, еще что-то такое, вот именно в этой области. Поэтому, как бы, ну, вечером здесь, наверное, лучше не шляться. Хотя, мужику не так, говоря, ходить по подобным местам, но если ты девушка, то тебе, наверное, будет немножечко опасно и рискованно ходить в подобных местах. Ну, я лично обожаю эти дворы. Здесь реально есть чем подышать, на что полюбоваться. Я говорю, придомовые огороды просто шикарные. Правда, здесь все заросло уже. Мало следят в этой области, но есть места, где очень даже интересно люди ухаживают. Папоротник вот насадили. Довольно неплохо все это смотрится. А домик такой, знаете, старой советской постройки. Наверное, еще в 70-е или 80-е строили. Скорее всего, 70-е даже, судя по дому. Но выглядит довольно цивильно, кстати. Довольно аккуратненько. Да, вот такие здесь различные насаждения. Вот здесь уже ухаживают за огородами. Вот люблю, когда люди, знаете, не сидят без дела, ухаживают за придомовой территорией. И когда я за это не гоняю, сейчас вам покажу прикольный сюрприз. Вот это вот что-то с чем-то, конечно. Смотрите, что здесь творится. У нас тут гномик с клубничкой. Неплохо. Подсолнух. Вот оригинальная инсталляция, ребята. Вот идешь и радуешься. Идешь и радуешься. Такой вот видишь красоту. И просто реально офигеваешь. Какая красота. Смотрите, колобок. Нормально, да? Надеюсь, вам понравится этот выпуск, ребят. Пишите в комментах, хотите ли обзор на шаурму. Я для вас сделаю. Всем пока. С вами был Виктор, канал Турбоход.